Ушел из жизни основатель Чувашской школы спортивного плавания Ростислав Надеждин. Первый в Чувашии заслуженный тренер по плаванию воспитал более 100 высококвалифицированных спортсменов, в том числе победителей всесоюзных соревнований. Свой путь в большой спорт Ростислав Надеждин начал с лыжных гонок. В 35 лет он с легкостью выполнял нормативы мастера спорта СССР. В 1962-м Ростислав Гаврилович возглавил детско-юношескую спортивную школу в Марпасаде. Позже, в 1967-м, республиканскую школу плавания «Спартак». Он неоднократный чемпион Чувашии и России по плаванию, водному полу и лыжным гонкам. Еще 2 года назад в Казани на чемпионате мира по плаванию 84-летний Надеждин стал бронзовым призером на дистанции 50 метров «Бутерфляем» среди ветеранов. Прощание с Ростиславом Гавриловичем состоится в среду 21 июня с 10 до 13 часов в зале ритуальных услуг по улице Гражданской земли.